Мы задумали этот акселератор еще, наверное, в феврале. Несколько целей мы преследовали. Во-первых, выбрать наиболее интересные туристические проекты, собрать команды под них, муниципальные, включив в них обязательно бизнес, чтобы именно бизнес развивал инфраструктуру на территории, создавал средства размещения, гостиницы, кафе и так далее. Для инвесторов мы сформировали качественные инвестиционные площадки, формируем сейчас мастер-планы территорий для того, чтобы они уже понимали, на какую площадку, для чего и с каким потенциалом они заходят. Из 27 муниципалитетов были выбраны 10, которые представляли свои проекты и, по сути, являлись лучшими. Вторая задача – сделать такие проекты, чтобы они могли быть масштабированы, чтобы это можно было применить тиражируя других муниципалитетов. Программа включала как мастер-классы с лучшими практиками по развитию туризма, был этап проектировок, в ходе которых, соответственно, каждая команда прорабатывала свой проект, вдохновляла туристов приехать к ним и продумывала, как сделать это более комплексно и обеспечить более высокий турпоток. И третий момент – это научить команды самим продвигать свои проекты. Я надеюсь, что эти проекты, которые сегодня будут победителями, через совсем короткое время воплотятся в жизнь, создадут новые рабочие места и повысят нашу туристическую и инвестиционную привлекательность.